Артем Ващуленко. У нас в гостях президент Rotary клубу. Сьогодні поговоримо про відкрила Rotary, п'яту міжнародну чорноморську регату. Отож, вітаю вас. Дякую за те, доброго, що ви завітали сьогодні зранку до нас. І відразу запитання, мабуть, традиційне і зрозуміле. Історія регати взагалі. З чого починалося і що до сьогодні вже які досягнення є? Ну, вы знаете, если говорить о том, с чего все начиналось, на самом деле история парусного спорта на Николаевщине уже более 200 лет. Поэтому начиналось это все очень давно. И, ну, наверное, ни для кого из николаевцев не секрет, что парусный спорт – это имиджевый для нашего города, можно сказать, брендовый вид спорта. Ну, представить себе Буг, Ингул, Лиман без белых парусов, ну, наверное, это просто невозможно. Неотъемлемая часть. Да, неотъемлемая часть и городского пейзажа, и в целом нашего восприятия города Николаева. Поэтому для Rotary, для международного движения Rotary, Rotary клуба Николаев, для нас традиционно была поддержка именно тех местных инициатив, тех проектов, которые направлены на продвижение города Николаева, его узнаваемости и поддержку тех вещей, которые делаются во имя города Николаева. Поэтому таким вот образом 5 лет назад мы пришли к пониманию того, что детский парусный спорт, я подчеркиваю, это именно детский парусный спорт, требует особого внимания. Дело в том, что, ну, скажем так, спорт олимпийских достижений, и в частности парусный, это забота державы, государства, это вопрос международного престижа, участия в олимпиадах и так далее. А вот детский массовый парусный спорт, то есть тот спорт, который позволяет молодых ребят в возрасте там, с 9, 11, 13 лет отвлечь от улицы, скажем так, привлечь их к участию в красивом виде спорта, тот спорт, который для Николаева действительно очень важен. Этим призваны заниматься детские парусные школы. К сожалению, как очень многие вещи, которые у нас происходят с момента распада Советского Союза, детский парусный спорт тоже очень многое потерял. Спортивные базы были поддерживали, их поддерживали судостроительные предприятия, которые, к сожалению, сегодня не могут этого делать. И даже их уже поддержал. Да, вот. И, соответственно, ну, такая вот цифра, что на сегодня количество деток, которые занимаются в детской парусной школе, просто в два раза меньше, чем то количество, которое было в свое время, даже еще в 90-е годы. И продиктовано это больше тем, что бренд, скажем так, потерялся, или тем, что, ну, финансово это нельзя потянуть? Нет, проблема в первую очередь это в материальной базе. Вы прекрасно понимаете, что это вид спорта, который требует достаточно серьезных капитальных вложений, потому что сами лодки, сами яхты – это достаточно дорогие изделия. И с тем финансированием, которое существовало, фактически это все приходило в негодность. При том, что, как мы говорим, да, у Николаева замечательный человеческий ресурс. То есть у нас потрясающие тренера, которые способны научить деток, способны передать эти навыки. Поэтому в первую очередь мы сфокусировались на пополнении флота учебного. И вот за последние годы совместными усилиями, как Rotary клуба, теми средствами, которые нам удалось и удается собирать в рамках тех мероприятий, которые мы проводим, и регата – это одно из таких мероприятий, и с учетом личных средств, которые ротарианцы вносят, 6 детских яхт класса «Оптимист» мы приобрели и уже передали, дети на них занимаются, и одна яхта уже олимпийского класса «Лейзер», значит, точно так же уже передана, дети уже на ней занимаются, уже выезжают на соревнования, планируем продолжать. То есть в таком же духе. А Rotary клуб, что это за клуб? Насколько я знаю, это международный клуб. Ну, скажем так, движение Rotary – это фактически крупнейшая в мире неправительственная организация, которой вот в этом году исполнилось 110 лет. Rotary является одним из организаторов ООН, фактически членом с правом наблюдателя самой Организации Объединенных Наций. В Rotary входят, скажем так, миллионы жителей Земли. Практически в большинстве стран, кроме стран с тоталитарными режимами, Rotary присутствует. Rotary присутствует во многих общинах в виде клубов. То есть это организации, куда входят представители различных профессий. Юристы, врачи, предприниматели, артисты,
То есть люди различных профессий. Главный критерий принятия до клуба? Главный критерий принятия в клуб – это, скажем так, социальная мотивация, желание служить обществу, в первую очередь своей общине. Ротари клубу в Николаеве в этом году исполнилось уже 20 лет. Вот как раз в эти дни мы празднуем 20-летие. С этими поздравляем. Спасибо большое. Движение Ротари в городе Николаеве. И вот 5 лет уже, как мы проводим регату, черноморскую парусную регату «Паруса Ротари». Регата начиналась у нас в свое время первых 2 года в виде однодневной, со стартом в яхт-клубе на Стрелке. Вот, но постепенно рос интерес как со стороны спортсменов, так и со стороны, собственно говоря, жителей Украины и тех членов Ротари, которые приезжают на нашу регату. Фактически за эти годы посетили Николаев, приняли участие в регате представители практически большинства регионов Украины. Это и Киев, Херсон, Одесса, Ивано-Франковск, Львов, Днепропетровск, Донецк. Ну, практически большинство регионов были представлены, не только поучаствовав в самих спортивных соревнованиях, но и, собственно говоря, еще раз увидели наш город, мы рассказали им о Николаеве, о деловых возможностях нашего региона. Последние 3 года регата уже проходит в более широком формате, это двухдневная гонка. Значит, регата организована совместно с Федерацией парусного спорта, и старт вот уже 5-й, практически юбилейный, можно и сказать. 2 юбилея, да? Кстати, такой маленький юбилей с вашим 20-летием совпадают. Да. Да, вот, значит, старт регаты год намечен на завтра. Значит, в 10 часов мы открываем регату, будет подъем флага в яхт-клубе. И затем старт, это планируем порядка 40 морских миль в сторону Воложской косы. Там яхты ночуют, и на следующий день, в воскресенье, гонка в обратном направлении, и где-то часа в 4 мы планируем в яхт-клубе подвести итоги. Ну, все будет зависеть, вы же прекрасно понимаете, от погоды. Еще, да. Вот недавно прошедшая регата показала, что с погодой шутки плохи, но это такой спорт. Да, поэтому мы, в принципе, будем рады видеть всех горожан, кто заинтересован прийти, принять участие в открытии. Абсолютно, конечно. Прийти принять участие в открытии. Значит, мы также будем рады, если кто-то будет заинтересован поддержать парусный спорт и финансово поучаствовать в сборе средств, которые в дальнейшем будут переданы непосредственно детской парусной школе. То есть можно сделать выводы, что по сути это как акция, это больше не конкурс, а больше как акция для сбора средств, чтобы заинтересовать и, скажем так, приезжих Николаев гостей и ребят поддержать, которые занимаются этим делом. Значит, ну вы знаете, акция предусматривает некоторую конечность. Значит, нет, это не акция, это в первую очередь постоянно действующий проект. Скажем, мы ставим перед собой 2 задачи. Первое – это действительно поддержать парусный спорт, детский спорт. Во-вторых, это задача продвижения города Николаева как, я бы сказал, столицы парусного спорта Украины с давними морскими и яхтенными традициями. Потому что, в принципе, регата – это событие. В нашей регате вот уже традиционно участвуют и международные команды. На эту регату зарегистрировалась яхта под французским флагом, экипаж из Франции, город Ницца. Значит, точно так же они будут участвовать, гоняться наравне с яхтами из города Николаева, надеюсь, из других городов. Вот в студии мы хотели бы показать телезрителям вот такой кубок. Большой и красивый. Значит, да, это переходящий кубок Ротари, который получает та яхта, которая наберет лучший результат. То есть вот этот кубок, вот, да, вот этот кубок, значит, за него завтра развернется основная борьба. Безусловно, каждый участник регаты получает и соответствующие баллы по нормативам Федерации парусного спорта, которые затем идут в общий зачет. Естественно, дипломы, награды, ценные призы. Вот. Ну и, я надеюсь, удовольствие от такого активного спортивного мероприятия. Еще к кубку, знаете, очень острый журналистский нос так и лезет в непонятные места. Я хочу показать нашим вот телезрителям, смотрю, тучка, но разные года. Это наносится ежегодно? Каждый год та команда, та яхта, которая одержала победу, имеет право на
этом кубке, разместить шильд со своим наименованием. В этом году по ряду объективных причин яхта «Тучка», которая действительно очень сильный экипаж, интересная команда, яхта не будет принимать участие, поэтому остается... Загадка. Ну, безусловно, это соревнование, гонка, поэтому увидим, кто будет лучше и чье имя в следующем году уже будет здесь. В течение всего сезона кубок находится у той команды, которая является победителем. Перед гонкой вот он возвращается в ротари-клуб, и мы вручаем его уже следующему победителю. Я предлагаю сейчас посмотреть фоторяд по предыдущей регате, четвертой международной регате, как проходило это все. И попрошу вас прокомментировать для наших телезрителей. Ну, знаете, как хорошее настроение спортсменов, дух соревнований. Ну, видите, лица яхтсменов. Красивая участница. Это участница или... Нет, это наши, да, это наши гости. Я вам говорил, что, в принципе, со всей Украины приезжают члены Ротари. Обязательно частью мероприятия является вечер яхтсменов на Воложской косе. Как правило, он посвящен некой тематике. Безусловно, ну, вы знаете, Воложская коса, рядом Парутина, Ольвия. Поэтому это такой еще один своеобразный мостик в историю нашего края, с которым мы с гордостью делимся с теми людьми, которые приезжают увидеть Николаевскую область. Вы видели вот на последнем кадре, значит, как раз происходила тоже одна из уже ставших традиционных церемоний на нашей регате. Каждый участник регаты получает вот такой вот, называем по-разному, платок, который может быть использован в качестве банданы. Кто-то называет это гюйсом, как дань воротнику на форме, на морской форме. Поэтому разрешите и вам вручить. С удовольствием. Сегодня просто. Вот так давайте вот в прямом повяжем, эфире. Давайте повяжем. Подсяду. Обещайте, так, что теперь... сегодняшнюю передачу вы до конца будете вести. Я только и подумал, думаю, сегодня бабочка просто будет отдыхать. Пускай она там тихонечко покажу нашим телезрителям. Вот видите, все красиво и солидно. Так что Витька теперь моряк дальнего плавания. Да, приглашаем вас завтра точно так же к 10 часам в яхт-клуб принять участие в открытии регаты. Мы оставляем вот для вас пригласительные, флайера. Приходите, я думаю, что будет интересно. И я еще раз подчеркну, мы хотели бы, чтобы все-таки Николаев звучал как столица парусного спорта, чтобы николаевские спортсмены гордились и своими спортивными результатами, и тем, что все-таки благодаря вот таким мероприятиям нам удается аккумулировать средства и помогать детскому парусному спорту, приобретая, как, собственно говоря, суда для детского флота, так и помогать детям проводить соревнования. Да, действительно. И что ж, напоследок хотелось бы сказать, что всем николаевцам, которые нас сейчас смотрят, и также в социальных сетях мы разместим эту всю рекламу, что приходите, без проблем, всех организаторы ждут. Еще один момент такой, вот когда в Парутино происходят эти празднования, это чисто для участников или зрители тоже могут как-то... Зрители могут, все, кто доедет до Парутино, то есть своим ходом. Да, ну, безусловно. Ну, и участники регаты обязательно. Кроме того, безусловно, наши гости посещают Ольвию. Поэтому мы хотим показать Николаевщину в самом лучшем свете, с лучшей стороны, рассказав о тех возможностях, негатива которые, так много, которые здесь есть. Да. Найти позитив. Вот. Кстати, еще одной такой изюминкой этого года, одной из эмблем регаты в этом году станет живописная картина, показывающая, собственно говоря, весь Южный Буг и Лиман. Это картина николаевского художника Владислава Гурьева, в создании которой фактически поучаствует каждый, поставив свой автограф на полотне. Вот, и тоже это полотно будет продемонстрировано участникам регаты, и в дальнейшем во время различных мероприятий Ротари во многих странах, скажем так, история Николаевской регаты и всего Бугского региона будет нами представлена.
Да, спасибо вам за то, что понимаете престиж нашего города вообще в мире и в Украине, конечно же, потому что Николаев всегда ассоциируется как город не туристический. У нас есть что показать, поэтому приезжайте, смотрите. Благодаря таким людям, как Артем Василенко, президент Ротари клуба, Николаев получает свой престиж в глазах жителей других городов и других стран. Спасибо вам за это. Николаеву есть чем гордиться. В первую очередь, я повторюсь, замечательными людьми, и спортсменами, и тренерами. Поэтому давайте будем любить Николаев, поддерживать этот город. Да, спасибо, конечно же, большое за то, что пришли сегодня к нам в эфир.